Громко скажи, как зовут? Род занятий говорить? Нет, скажи просто, как зовут, чтобы это я... зачем? Это посмертное видео? Я видео, чтобы как-нибудь подписал. Да подпишу, какая-то девочка. Меня зовут Ксения. Мне дико страшно. Все? Хватит? Да, хватит. Так и будет. Ксения с диким страхом. И когда толкаешься, поручень не старайся с собой утащить, он не утащится. Да? То есть руки разжимай, да. Жалко. Я бы с собой взяла, да? Так. Вам сначала объяснить, ради чего я это делаю вообще? Я думаю, для новых ощущений в этом мире. Блядь. Ой, ты ж не... Ты ж потом этот расчел показываешь. Запикаю. Запикаешь точно? Я дам тебе скачать, там сама уже запикаешь. Ай, мамочка! А как нужно? А можно просто вот так вот? Можешь, да. Ножками вниз. Тут экзит безопасный, поэтому можешь по-любому упасть. Меня нормально прицепил вообще? Прицепил, да. На 4 тонны тебя прицепил. Каждый карабин по 4 тонне. 4 тонны. Ой, господи. Оксана. Я Ксения, терпеть не буду. Назвать меня Оксаной. Я офигел. Не, не ты Оксана. Вон еще одна Оксана. Слушай, я не могу решиться. На самом деле я могу? Блин! Ну вниз тоже точно не полезли, да? О, блядь. А то тоже запишем. Это офигеть. Давай на счет три. Вот это же забыл. Давай, руки только по сторонам. Раз, два, три! Это почему ты не...